ओतिमरंद से ज्ञाजनशलाकाय चाक्षुर्न्मीता जेना तस्म श्रीगुरव नम हरे कृष्ण это мантра одна из мантр что я пел только что которая начинается на оагян мира и так далее это одна из главных мантр это первичная гуру мантра есть много мантр для гуру, но это первичная. That's why we say it at the beginning. Поэтому мы произнесли ее в начале. Of any Произносим в начале всякого духовного действия. And what it is is the disciple is expressing gratitude to guru for opening their eyes. И что это такое? В ней ученик выражает благодарность учителю за то, что тот даровал ему новое зрение, новые глаза. Right? Say, well, eye... like, we И кто-то может сказать: но ну, у меня же уже есть глаза, я уже что-то вижу. Или вы имеете в виду что-то вроде того, как что пока вы медитируете, вы закрыли глаза, а потом открываете? Нет, имеется в виду открыть глаза и научиться видеть по-новому. Like so Мы все знаем, что иногда в жизни происходит такое событие, которое открывает человеку, открывает перед человеком новый взгляд на окружающую действительность. And his assistant, our lovely assistant, Birra Chandra Prabhu. <laughs> so um, once someone asked our guru, "What is my service? What shall be my service to you?" I mean, I've come to this holy place. Однажды некий человек спросил своего гуру, духовного учителя, скажите, а каким будет мое служение? То есть я приехал сюда, к вам, в святую землю, в святое место. Скажите, какое будет мое служение, что мне делать? And, by the way, this place has become holy. Кстати, вот это самое место, где мы находимся, оно тоже стало святым. Of the that are being and here. Поскольку здесь сосредоточены различные духовные действия, so he said, Your is to the angle of И учитель отвечал тому человеку: твоим служением будет э, научиться правильно смотреть на все. Научиться смотреть над все под верным углом, правильно рассматривать себя, yeah. окружающий мир, все в окружающем мире. Means self -discovery. Это означает э, самораскрытие, самоактуализация, самореализация. Like, and... presently through facebook and be contact and things like this we're engaged in self-expression. Right? настоящее время благодаря facebook, и прочему, у нас появились возможности для Everyone is very eager to express themselves. So we dress in a particular way, our bodies, our forms and to show people that this is me. What you, what is me. Итак, мы одеваемся в различные одежды, ведем по-разному, показываем себя тем или иным образом, чтобы показать: вот это я, вот это уникально только моё, я такой. И это очень мило, это очень интересно, и благодаря этому этот фестиваль э, с визуальной точки зрения столь экзотичен. Я счастлив, что здесь э, столько цветов. Я думаю, что здесь представлены все цвета радуги и даже больше. Like an RGB как э, радуга RGB. Когда смешиваю зеленый, э, э, зеленый, синий, красный цвета, получаются миллионы оттенков. Красота этого в том, что так же как и Бог, каждый из нас индивидуален, уникален, не бывает двух одинаковых. so self-expression is a wonderful thing but when our guru said acquire the proper angle of vision part of that he said is understanding that our real self actual self is buried under layers of acquired prejudice and acquired tendencies Однако, когда наш гуру Махарадж произносил ту фразу «научиться правильно смотреть на вещи», он подразумевал, что наше подлинное, реальное «я» в настоящее время погребено под огромным количеством слоев, накопленных, подхваченных предрассудков. So the self that's being и вследствие этого то я, что мы выражаем, э, искажается, проходя через фильтр множества предрассудков. In of time and Поскольку мы живем в мире времени и пространства. То есть мы думаем, я родился в определенное время, в определенном месте, в определенной культуре. Все эти различные факторы влияют на нас. But we're fortunate, the internet generation particularly, because simultaneously we have awareness of all cultures, all nationalities, all possibilities. Однако нам очень повезло, что мы являемся в частности и поколениями, живущими в эпоху интернета, поскольку благодаря этому у нас есть возможность одновременно рассматривать uh, 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 самые различные способы самовыражения, самые различные культуры. Still, we have to но все же нам с вами uh, следует uh, раскрыть, uh, снять те оболочки, что скрывают наше я. Like, you know, rain, Вчера шли дожди, сегодня <coughs> немножко шел дождь.

Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, видим сияющие лица друг друга, то на самом деле душа или я находится за всем этим и именно это освещает наш ум, тело, все наши оболочки, которые мы видим. So in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna. В Багавандите Кришна говорит своему другу Арджуне: если ты увидишь свою душу, если ты увидишь это я, то ты будешь ошеломлен, ты будешь поражен. Душа оживляет наши тела. Душа оживляет все тела. Being, little, you know, insect, virus, dinosaur, и тело человека, и тело насекомого, и тело, быть может, даже вируса или динозавра, какое угодно. So, in Bhagavad Gita, And other spiritual literature in India, they have this science of self discovery. <coughs> and if we look in the Bhagavad Gita, we see Krishna, he's giving a few examples, particularly in the second chapter of the Bhagavad Gita. They're very simple, but they're within our experience. И взглянув на ту же самую Пагавадгиту, мы увидим, что в особенности во второй ее главе там приведены примеры, с одной стороны, очень простые, с другой стороны, крайне доступные для нас. То есть они говорят, проводят аналогии с предметами, доступными для нашего опыта. So if he gives an example, it's probably a really good one. Я только думал об этом на днях. Based on his experience and omniscience and things like that. что поскольку у Кришна а, присутствует в сердце каждого как минимум в качестве параматмы, сверх души, а, то, следовательно, он знает совершенным образом все чувства, мысли, ощущения каждого живого существа, и, следовательно, если Кришна приводит какой-то пример, то, наверняка, этот пример крайне удачен, учитывая его положение все знающего, а, все ведающего. So комарам джара тата прапти яти. It gives an example that's within the experience of all of us. Like, we were embryos in И Кришна приводит пример, который доступен пониманию каждого из нас. Когда-то мы были эмбрионом в утробе своей матери. Right. Потом начали расти, развиваться. Потом родились, как младенцы. Uh, по начали ходить. Uh, стали очень uh, шаловливыми детьми. Or maybe not naughty children, but, you know, children. Может быть, не шаловливыми, не шаловливыми, <laughs> так или иначе. Then... Teenagers, then young adults, etc. So he's showing the bodies changing. Even science says, what, every seven years you undergo a cellular change? Uh, итак uh, потом мы становимся подростками, молодые люди девушки и так далее таким образом Кришна показывает что мы меняемся даже uh, с точки зрения uh, физи uh, обыденной науки наши тела подвигаются изменению каждые семь лет клеточный состав нашего тела меняется But that's но right? что-то остается постоянным right? When we're often by our parents They want to show some pictures when you were a little baby or a child. Иногда мы стесняемся, когда наши родители при нас начинают показывать фотографии, где мы изображены младенцами или маленькими детьми. And they love to the show especially particularly embarrassing pictures. И родители любят показывать особенно неловкие фотографии. Right, you know, and so the child is, you know, embarrassed and thing like that. that doesn't look like me at all. И этот ребенок, разумеется, в более взрослом уже возрасте думает: ну вот это то, что он на фотографии на меня, ну совсем не похоже даже. Но ваши родители и родственники подтвердят: да, именно так он тогда и выглядел. The kid with the big head or вот тот you know. самый маленький младенец <laughs> с огромной головой – это он. Right? So, and you know... And, unfortunately that it's true what they're saying. вы знаете, сожалению, так. правда So it means that there's this conscious living being who's animating all these different bodies and bodily changes and development, who's this constant passenger. Это означает, что есть

и в этом э, скрыт интересный момент. Э, это указывает на то, что вы явно, очевидно, проявили свою способность претерпевать видоизменения своего тела от мгновения к мгновению. Вы живое доказательство того, что смена тела не только возможна, но и несомненно является, несомненно существует. And that is some hope or prospect, that. И в этом заключена некая надежда, перспектива. Потому что в конце. Далее в конце цикла Кришна говорит, в итоге после смерти, оставив тело, душа переносится в новое тело. And he says, And if you've down when this И говорит он, если на протяжении жизни ты культивировал духовную жизнь, то тогда... Этот процесс или это событие не перевернет всю твою жизнь вверх тормашками. -smaram И он говорит еще одну интересную вещь там. Uh, на чем бы ваше сознание не было закреплено, зафиксировано в момент смерти, к этому uh, вы и придете. Это определит то, какое тело вы получите. Это станет фундаментом вашего следующего существования. Now we have to go back to our RGB и тут мы снова возвращаемся к нашему примеру про три базовых цвета красный, зеленый, синий. goodness passion ignorance существа, uh, Страсть, and there are millions of variations of life forms based upon combinations like that rgb millions of colors И все возможные формы жизни, миллионы формы жизни являются различными комбинациями этих качеств, подобно тому, как э, э, из комбинации трех базовых цветов рождаются миллионы оттенков. Birds, beast, animals. есть множество различных форм жизни насекомые водные формы жизни растения жив... большие животные птицы biological expression of the souls delusion. и мы можем сказать что каждое тело это биологическое выражение заблуждений души. We're trying to find enjoyment and fulfillment through exploitation. Мы пытаемся найти радость, наслаждение через эксплуатацию. И материальная природа обеспечивает нас именно той формой тела, которая соответствует того рода эксплуатации, какую мы ожидаем of но взглянув на последовательность различных форм жизни мы увидим что есть что они выстраиваются в определенную последовательность линейку. But our Guru Maharaj sometimes called the subjective evolution of consciousness. In this context, the subject soul is evolving from one life form to a higher one, to a higher one, higher, until at last achieving human life. В данном контексте мы можем сформулировать это так, что субъект, душа развивается или же эволюционирует, проходя через различные формы жизни от одной к другой, от одной к другой, пока не достигает наконец человеческого рождения. And what's the human life and life? И чем же отличается жизнь человека и жизнь животного? Eating, sleeping, reproduction, uh, fear, anxiety. Uh, есть сходства Они перечислены следующим образом: это склонность есть, спать, совокупляться, защищать или переживать. Those are we have in Эти вещи связывают нас с животными. Но спрашивают, почему?

И они, естественно, охотятся на других животных. И один хищник не скажет другому, ой, подожди, подожди, посмотри, какой красивый закат. Давай-ка помедлим, просто насладимся закатом. Or isn't it romantic? Или как романтично? They're not thinking like that. Just these primal animal um, urges, unchecked, unfettered, will be unleashed. Просто, просто животные, Whereas a progressive, spiritually directed human being starts thinking the why of everything about their lives. Но э, люди, люди, в особенности направленные на духовные поиски, на развитие, они начинают задумываться, почему. Они задают вопрос, почему обо всех аспектах своей жизни. Why do I eat what I eat? Почему я ем то, что я ем? Does it matter what I eat? Важно ли, что я ем? Are there consequences of this diet or that diet? Есть ли последствия этой диеты или такой диеты? I we was talking to someone the other day about vegetarianism. Uh, <coughs> I think we were in China. Uh, <coughs> yeah. And remember, the Sanskrit word for meat is mongsha. Mom, meaning me, sa, meaning you or he. And so they would, when they would take the life of an animal, they'd say, As I will uh, take your life, uh, what do you say, consume your life in this lifetime, in a future lifetime you can consume me. «Мам» значит «меня», «са» означает «ты» или «он». Произнося это слово, uh, ранее люди, uh, приступая к потреблению пищи животного, говорили или признавали, как сейчас я собираюсь потребить твою жизнь, употребить твою плоть в пищу, так и в будущем ты точно так же употребишь меня. The idea uh, being that someone would think like, "Do I really want to do that?" слова So as someone becomes spiritually progressive, they start thinking about their occupation, their diet and, and everything. Every aspect of life. Итак, человек, духовно прогрессивный, стремящийся к росту, начинает э, задумываться, переосмысливать все аспекты своей жизни, род, занятий, диету, все, что есть в его жизни. Really, spiritual culture is inseparable from human culture. На самом деле, духовная культура неотделима от культуры человеческой с ведической точки зрения, именно в духовной культуре смысл человеческой жизни. Like а Как там Сократ говорил, жизнь неисследованная не стоила того, чтобы жить. So, Таковы некоторые из вещей, о которых мы могли бы подумать.